Теперь о насущном. Лу, вот ты скажи мне, что ты собираешься дарить своему молодому человеку на День Святого Валентина? Без понятия, может быть, носки? Смотри, как вариант, можно подарить шоколадные наручники или варенье с афродизиаком. Ну и предложение, это типа у кого что болит? Ха-ха-ха. В 21 веке для любимого можно сделать все, что угодно. Даже звезду с неба подарить, и то реально. Если на столь масштабный поступок вы пока не готовы, есть другой вариант – любовное варенье с афродизиаком. Тут и второй половинки радость, и вам своеобразные бонусы. Здесь грейпфрут, гранат, мед и перец чили. Поверьте мне, это сочетание сносит крышу. Страстная ночь после такого джема гарантирована. Еще один презент, который сыграет на руку мужскому полу – нижнее белье. Это практически беспроигрышный вариант. Тут самое главное – не прогадать с размером. Идеальный день Святого Валентина – это много любви. Честное слово, понимайте, как хотите. В нашей стране подготовка в самом разгаре. Правда, пока активничают лишь девушки. Сегодня мы уже заметили, то, что женщины, собирая своим мужчинам коробочки, различные валентинки, уже собираются дарить. А мужчины, конечно же, как бы просыпается в поздний момент. Конфеты с поздравлениями, телеграммы и открытки – все это просто должно быть в арсенале влюбленного. Кстати, рекордсмен по продажам в этом году – шоколадные наручники. Надеемся, вы знаете, что с ними делать. Девушке в такой день не стоит забывать, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Испеките ему торт, позаботьтесь о его сытости, и вас отблагодарят. Ну и да, лучший подарок – это тот, что вы сделали своими руками или любой другой частью тела. А еще можно заказать парные вещи, нанести его или ее фото куда угодно. В общем, было бы желание, а способ порадовать вторую половинку всегда найдется. Сабина Таргаева, Ганика Луов, Новости Ревью.